такие прекрасные виды. Петропавловка, мост, Нева. Катерочки гуляют туда-сюда. Метеоры идут на Петергоф, на Кронштадт и так далее. Супер красота. Прогуляемся сейчас вот здесь, с этой стороны Петроградской, потом к Марсовому полю, по Садовой и в сторону Невского. Такая у нас сегодня интересная прогулка от стрелки Васильевского острова до Садовой, до Невского проспекта, через два моста. Наверное, в каждом городе есть эта тема с голубями, эта тема с ростовыми куклами. Гуляют, разводят туристов на бабки. Один снимок, два снимка. Вот вам уже 1000 рублей. Пожалуйста, отдайте. Так вот оно и происходит. Плюс прогулка туда-сюда. В общем, мало дело приехать в Питер или в какой-то туристический город. Другое дело еще здесь сходить на экскурсию, где-то побывать. Еще очень много денег, 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 везде деньги. Территория Петропавловской крепости всегда завораживает, всегда тут какая-то своя энергетика, прибавляет какой-то мощи, желание делать. Поэтому я сегодня иду именно здесь, через Петропавловку. На самом деле вот так вот быстро раз, и Петропавловку прошли. И сейчас пойдем на мостик переходить, чтобы через Неву, чтобы нам прийти прямо к Марсову полю. Так что идем дальше, прогулка продолжается. Ну все, покидаем Заячий остров, идем через мост к Марсовому полю. Благо сегодня, конечно, погодка супер шепчет, и есть возможность сегодня прогуляться. Ура! Вот и все, дошли до Троицкого моста, не так уж это и долго. Такой небольшой круг от Дворцового моста через Стрелку, через Петропавловскую крепость и вот на Троицкий мост. Так что вот такая прогулка, пока идем дальше, следуем к Марсовому полю. Пришел я Троицкий мост и иду сейчас по Марсовому полю. Слева у нас, соответственно, все Садовое, да, длится, летний сад. И сейчас мы потихоньку двигаемся в сторону Невского проспекта. Потихоньку приближаюсь к финальной цели своего маршрута. Это Невский проспект. Тут тенек, прекрасно.
потому что очень жарко сегодня, но в теньке очень хорошо. Прогулка где-то занимает примерно 1 час 30 минут, примерно 1 час 30 минут, и вы прошли вот этот круг с Дворцового моста, ну, грубо говоря, с Дворцовой площади, через стрелку Васильевского острова, через Петропавловскую крепость, через Троицкий мост, через Марсово поле, пройдя мимо Летнего сада и прогулявшись немножко по Садовой, да, мимо Михайловского дворца, и идете прямо на Невский проспект. Ну и это, в общем, где-то полтора часа, так неспешно, тем более по жаре. Я уже заканчиваю свой маршрут, пришел практически уже в финал. И хотел бы вам пожелать здоровья, счастья, обязательно увидимся. Пока-пока.